Sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Всем привет! И сегодня наш рассказ будет о такой актрисе, как Деннис Ли Ричардс. Когда девочке исполнилось 15 лет, вместе с отцом, матерью и младшей сестрой, они переезжают в калифорнийский прибрежный город Оушенсайд входящий в состав большого Сан-Диего. Отец организовал неплохой бизнес в этом районе, став владельцем сети мини-баров и кофеин. Хотя ради этого ему пришлось оставить престижный пост в крупной телефонной компании. Имея неплохие деньги, девочки ни в чем не нуждались, но чего-то в их юной жизни не хватало. Поэтому все свободное время они посвящали поиску чего-нибудь, что могло бы их страстно увлечь. Именно тогда Денис с сестрой заболели кинематографом. Но стать актрисами они и не мечтали. Видимо, из-за низкой самооценки. Денис не хватало уверенности в себе, потому что в школе все над ней посмеивались. Из-за ее неуклюжести и больших пухлых губ одноклассники дали ей прозвище «Рыбьи губы». Блондинке Левше как-то приходилось справляться с насмешками, и поэтому, тайно влюбившись в кумира своего поколения Джона Траволту, она пообещала себе, что станет знаменитой на зависть всем, кто смеялся над ней. Так что уже на школьной скамье у нее появилось непреодолимое желание стать манекенщицей. И все же Ричардс надеялась на нечто большее, особенно после того, как звездную судьбу ей предсказал индийский колдун. Произошло данное событие, когда родители на уикенд отправили ее с сестрой в горы к далеким родственникам. Заблудившись в лесу, они в конце концов вышли на поляну с вигвамом, откуда к ним навстречу вышел старый индейец, который произвел на девочек неизгладимое впечатление. Не расставаясь с огромной трубкой, он предложил им погадать на оленей лопатки – Тогда Деннис впервые услышала о том, что обязательно станет знаменитой актрисой. Кто бы мне что-нибудь так нагадал. Ну ладно, поехали дальше. В 1989 году она отправилась в Нью-Йорк и устроилась в фотоагентство. Вскоре появилась первая реклама с участием Деннис. Рекламировала она тогда косметические продукты и купальные принадлежности. Недолгое время Ричардс поработала моделью. Впрочем, без особого успеха. Рост у нее был совсем не модельный, всего 168 сантиметров. Поработав два года фотомоделью, она поняла, в жизни надо срочно что-то менять. Так она отправилась в Лос-Анджелес, решив попробовать себя на артистическом поприще. Ричардс посещал актерские курсы и начала сниматься на телевидении в различных шоу и сериалах. Так она без особого труда получила роли в телесериалах Женатые с детьми. Жизнь продолжается. Беверли Хиллз 90 Но уже в 1993 году она получила довольно значимую роль, в которой ей наконец-то удалось показать, на что она способна, чтобы голливудские продюсеры смогли ее заметить. Дебютом Ричардс в большом кино стала роль в фильме пародии Заряжное оружие. Кстати, советую посмотреть фильм, там есть над чем поугарать, и в этом фильме снялась чуть ли не половина Голливуда. Еще пара появлений в сериалах, и Деннис окончательно с головой окунается в большое кино. Ну а ключевую роль в ее актерской судьбе в 1997 году сыграл известный постановщик Пол Верховен, пригласив ее на главную женскую роль в фильм «Звездный десант». Причем это произошло вопреки мнению продюсера этой космической фантастики, который хотел видеть в дорогостоящей картине более признанную зрителями актрису, но полно стоял на своем и не ошибся. Фильм, сделанный в жанре фантастика приключенческой сатиры, прошел по всему миру на ура и принес большие прибыли. Естественно, критики отметили и работу самой Деннис Ричардс. В 1998 году выходит фильм «Дикость», в котором она снялась вместе с Нив Кэмпбелл и Мэттом Диланом. Там вы увидите Ричардс уже в обнаженном виде. Этот фильм вывел Денис, так скажем, на звездную орбиту. Подтверждением ее нового статуса стало приглашение на роль девушки Бонда в очередном фильме о приключениях нестареющего агента с лицензией на убийство и целого мира мало. Вместе с Ричардс в этой ленте главные роли исполнили Пирс Броссон, Софи Марсо, Роберт Карлайн и Джуди Денч. За звездной Бондианой последовали роли в фильме ужасов «День святого Валентина» и в романтической комедии «Хороший совет». В этой картине партнером Деннис по съемкам стал Чарли Шин. Примечательно, что с тех пор он стал ее спутником жизни. Были роли и в драме «Империя» с Джоном Легуйзамо, о котором я тоже буду рассказывать. Также она снималась в фильме «Очень страшное кино 3» с Чарли Шином был сериал «Два с половиной человека», где она снималась также с Чарли Шином. Денис продолжает сниматься, и до 2018 года у нее был плотный график съемок. Но главным приоритетом одной из самых привлекательных актрис Голливуда стала семья. Любимые занятия актрисы – это кикбоксинг, Украшения дома, планировка интерьера, занятия йогой, походы по магазинам и экскурсии. С 2002 по 2006 год была замужем за Чарли Шином и родила от него двух детей. С 2006 по 2007 год состояла в близких отношениях с гитаристом Бон Джови Эричем Самборой. В 2011 году Деннис Ричардс удочерила новорожденную девочку и дала ей имя Элоис Джонни Ричардс. Ну, а 8 сентября 2018 года Деннис Ричардс выходит замуж за Айрона Файферса. И такой небольшой бонус. На радио в гостях у Говарда Стерна Деннис Ричардс призналась, что она за однополые браки и когда-то состояла в лесбийской связи долгое время. Ну вот и все. Вот она такая, Деннис Ричардс.